Что там написано? Тест на беременность. Результат положительный. О, Боже! В чем дело? Почему ты так смотришь? Почему? Я не знаю, что теперь ты будешь делать. Ведь все хорошо, думаю, я не беременна. Как ты можешь так говорить? Ведь результат положительный. Но ведь положительный означает, что с человеком все в порядке. Значит, я не беременна. Дурочка. Смотри, Суси, если бы ты была не беременна, здесь было бы написано отрицательный. Ты так думаешь? Ну, конечно же. Отрицательный результат значит нет. Положительный значит да. Ты хочешь сказать, что я беременна? Я ничего не хочу. Так здесь написано. Это невозможно. Но это же ясно, видишь? Тебе остается только принять, что ты беременна. Ты ждешь ребенка. Господи, нет. Я бы лучше умерла. Что же мне делать теперь, Хуани? Отец убьет меня. Он меня убьет. Sonriendo porque sí, cuando siento tus manos que me abrazan así, todo es posible si tú estás aquí. Yo no te quiero perder, no tienes nada que temer. Vamos a firmar. Adelante. Войдите. Hola. Привет. Как дела у отчаявшегося жениха? Если хочешь знать, да, я в отчаянии. Но, надеюсь, ты не опустишься до того, чтобы покончить с собой. Вообще-то я не думал об этом, но за идею спасибо. Ну, а если серьезно? Как ты? А ты как думаешь? Чувствую себя таким жалким. Это, наверное, очень тяжело для тебя, да? Были задеты мои самые лучшие чувства. Остальное я даже обсуждать не хочу. Она как-то объяснила тебе? Прости. Не думаю, что я спрашиваю просто из любопытства. Я считаю тебя своим другом. Да? Я знаю. По правде говоря, она не сказала мне ничего нового. Просто извинялась. Говорила, что раскаивается в том, что ошиблась. Но неужели нужно было ждать последнего момента? Она даже не позволила мне сэкономить на прокате фрака. Хорошо, что ты сохраняешь чувство юмора. Мне это нравится. Ладно, увидимся позже, хорошо? Кстати, мы только что получили новые образцы ткани из Франции. Пока. Он очень подавлен. Я знаю. Сегодня он даже не заметил меня. Он сказал тебе что-нибудь? Не жаловался. Мы даже шутили. Но я хорошо его знаю. Он страдает. Да, очень. Как Лаурита могла обидеть его? Отвергнуть его таким образом? Да, войдите. Простите, сеньор. Заходи. Я подумала, я не помешала? Вовсе нет. Что ты хотела? Я подумала, что могу быть нужна вам.
Нет. Зачем я могу вам понадобиться? Простите меня. Постой. Мне было бы гораздо легче, если бы такой человек, как ты, был рядом. Такой спокойный, такой милый. Да, я могу сидеть здесь и рта не раскрывать. Просто, чтобы вы не чувствовали себя одиноким. Нет-нет, зачем же рта не раскрывать? Садись. Я всегда наблюдала, как вы рисуете. Со своего места, когда кто-нибудь оставлял дверь открытой. Я удивлялась, как вы можете стоять здесь часами, время проходит, а вы не замечаете, вы рисуете, рисуете. А потом я подумала... Простите, я слишком много болтаю? Нет-нет, продолжай. А потом я спрашиваю себя, что такое вы рисуете? Это точно не модели. Их вы рисуете у себя в кабинете на компьютере. Может, это цветы, или небо, или море. Нет. Я пытаюсь рисовать грусть, страдания, одиночество. Не думаю, что такое может понравиться. Все это может быть удивительно красивым. Человек страдает, чтобы научиться видеть и понимать внутреннюю красоту. Трудно описать, как я чувствую себя, когда счастлив. Я как будто скрываю это. Наверное, страдания и печаль обостряют чувства. Видимо, поэтому лучшие произведения искусства были созданы не теми людьми, которые были богаты и счастливы. Живопись — это мое самое любимое занятие. Я люблю его больше всего на свете. Это маленькая комнатка. Похожа на чудесный мир, куда вы приходите, чтобы побыть наедине с собой, со своими идеями, мечтами художника. Иногда и я могу наслаждаться этим, когда эта дверь приоткрывается для меня. Господи, я никогда не думал, что у меня была такая хорошая компания. Я и не подозревал, что там, снаружи, кто-то может думать обо мне. Да, иногда так получается, что внешняя красота кружит нам голову, и мы закрываем свои двери для тех, кто по-настоящему близок к нам. Такие люди, как ты, Нина, носят свою красоту в сердце. Моя жизнь просто ужас. Когда я думаю о ней, я понимаю, что все мои поступки были глупыми. А я чувствовал себя таким умным. Человек не может постоянно ошибаться, потому что рано или поздно он попадает в собственную ловушку и не знает.